Всем привет, с вами Кокуто Чел, и добро пожаловать на третий выпуск дневника разработки нашего жестокого мира. На этот раз в игре появилось много всего, так что давайте скорее же начнем. Для начала я наконец-то сделал систему диалогов, которая работает вот так. Также в группу добавил второй игровой персонаж, ученый Я-1. Если при совершении действий за агента D нужно нажимать на Z, то в случае с ученым Я-1 работает X. Также в игре появились комбо, ну точнее одно комбо, о котором как раз и говорили герои. Теперь они могут делать вот так. Что ж, и на этом у меня все. Уверяю то, что в виде кода это выйдет гораздо больше. Ну ничего, дальше только интереснее. А пока на этом все. Спасибо за просмотр.